только автомобиль предназначен для коммунального предприятия и для самосвала была специально подобрана машина полная масса 7200, то есть стандартная масса 7 тонн полная, но поскольку самосвал, то было специально увеличено 200 кг подпорная масса автомобиля. Грузоподъемностового шасси 4800. Кузов весит где-то 1100 тонн, поэтому грузоподъемность самого самосвала 3700. Но ЮВЭКа предусматривает то, что максимальная нагрузка на оси может быть больше на 800 кг. То есть где-то когда-то можно будет перевести не паспортную вес, а на 800 кг больше. Машина была специально подобрана под как самосвал, в том плане, что специально подобрали колесную базу 3750. Поскольку машина, габаритная длина машины 6220, очень маленький диаметр разворота. Диаметр разворота в пределах 13,5 метров. То есть для городских условий это большой плюс. Поэтому при производстве самосвальной платформы было использовано как бы оборудование исключительно европейских производителей. То есть комфорт управления самосвальной платформой также у нас европейского уровня, то есть пульта управления от электрогидростанции. Материалы как бы, бортовой платформы у нас сталь 2 мм, пол 3 мм, что позволяет уверенно эксплуатировать как бы, самосвал на территории Украины и заказчика. Так все. Угол открывания самосвальной платформы назад 45 градусов, опрокидывается она у нас в три стороны, вправо-влево и назад. То есть это очень удобно, при эксплуатации в городе. Также эту технику можно использовать не только для коммунального предприятия, да, как ранее было озвучено, но и в сельхознаправлении, в сельхозбизнесе. Поликар. Центральный офис находится в городе Киев и имеет два производственных завода. Компания занимается всевозможным производством оборудования на все марки автомобилей. Изготавливаем вплоть от бортовых платформ до автовышек. Что еще было добавлено? Идет обычные полуэлектрические рессоры, но поскольку это самосвал, был добавлен подрессорник. Он при пустом весе машины, он дает более лучшую комфортность хода, мягкость и так далее. А при полном весе, опять же, лучше устойчивость и лучше распределение нагрузка. То есть, опять же, машина может на предельной массе, нагрузка на оси будет, скажем так, на сами рессоры будет меньше, поскольку их больше. Далее по двигателю по сравнению с конкурентами. Если брать ближайших европейских конкурентов, то объем двигателя 2,3 литра. Опять же, более высокая нагрузка на автомобиль, на двигатель. Если брать как ближайших японских, корейских конкурентов, то у них уже двигатель идет от 4,4 литра. То есть это уже больше. Это уже возят, скажем так, пустой вес, больше расход и так далее.